Вот это приключение начинается сейчас. Смотри, ни хера не видно. Что еще происходит? Нет, давай телефон. Вот сейчас, подожди, он вот... Сейчас вот. Первый день лета, блин. Что ты потом? Что, там еще перелазить хочешь? Ты что, у нас еще тренировка, блин, за 2 часа. Я повел на какие-то ступеньки, Серега. Капец. Ты гонишь. Ветер, главное, чтобы не задувал микрофон. И шо? Что тут есть? Красиво. Ну ты гонишь, отвечаю. Тренер знает, завалит нас. Еще по жаре по такой. А сколько градусов сегодня? 27 где-то. Ты что, ну тепло, классно, воздух тепленький. Нихера себе идти. Скоро на свинание уезжать, блин, еще. Я вот это с собой хожу тут. Качаю ноги. Находились на жаре. Теперь откисаю. Это вообще. Еще час до тренировки, блин. Кинь сюда мою хуйню. Ты понимаешь, я блогер, понимаешь? Это, я топ-блогер. Манежный кожу. Да кому и надо. Это для прикола. Решили немного поразминаться, порастягиваться. Вот видите, как растягивается. Вот так делать не надо. Это ты уже качаешься. Вообще-то. Забить спину. Да. Чтобы потом бежать быстрее, короче. Это секрет успеха атлета. Качаешь спину, бежишь быстрее. Это, конечно же, не так. Все? Все, опа, опа. Давай, давай. Смотри, на одну руку. Ты что, шаришь? Нихера ты мощный. Только это как-то неправильно. А ровно, не? В смысле, вот так ты так не сделаешь никогда. Я не шарю. У меня батя вроде бы на одной руке 8 раз потягивался. Не, ну 5 точно он потягивался. Смотрите, шарит. Не, я не знаю, я не пробовал. Тут вообще акробат, слушай. Я не буду рисковать, скоро соревнования. Я еще руку сломаю себе. Я думаю, сегодня еще, может, на тренировке что-то поснимаем. Да. По соткам, короче. Анжелики Федоровна, дать камеру. Да, она снимала меня, помню, кстати. Я ей просил. Комментировала? Не, ну просто поснимала, ну типа упражнение. Смотрите, как бежит лошара. Лошара, да. Полчаса раньше разминаемся. Да, я ж блогер, ёбан. Ну тренера пока нет, можно поснимать. Друг, это мы гуляли, теперь пришли на 2 часа раньше, короче, на тренировку. Ну, что домой ехать опять 100 раз. Ну, реально, вот сейчас лето уже, не надо ничего со себя кучу вещей напяливать. Кайф просто. Более того, разминка сильно не нужна, потому что жара. Только все равно вот это тащить с собой все это же. Рыбалочку, Демчик. Я без удочки пришел чисто пожрать что-то. Кто-то что-то поджег, блин, как обычно. Ну, пацаны, с удочками. Не, реально, я пошел только похавать сюда. Да, живут так, как обычно. Мы раньше жили камыши, сейчас тут жжет траву. Блин, реально, у меня еды больше, чем всего вообще на свете. Вы тоже набрали там до хера чего? Пацаны пошли на рыбалку, чтобы пожрать, короче. Так это трава только горит, охереть, прикинь. Пошли тереть, воняет, блин. Дышать не... А это смотри. Да, давай, еще марлевую повязку на лицо или как там, мокрую, да? Ищи место обитания. Кто-то подпалил траву. Ну, тушится. Ну, походу, нашли место. Так быстро. Вот такой вот мостик, мостик. Вот, да нормально. Только не снимай мои волосатые ноги. Да кому не надо? Никому. Что там есть что-то? Хорошо, не гони. Что, блин? Здесь что, вон здесь, давай. Да тут еще и присесть можно, братан. Да не ори, так тут люди сидят же. А вот тут побольше есть. А там люди. А, нас нет. Ну что, пацаны, здесь кидай удочки. Не, блин. Давай жрать, доставай. Жень, закидываем удочки. Давай закидывай. Братан, ну что, я закидываю. А какие же человеки, блин. Что, ты сразу доставать себе хавчик хочешь? Ну я тут там, чтобы никак не садок достать. У меня садок вот. Нифига, вы затарились. У меня только вещи и хавчик, больше ничего нет с собой.
Я удочку взял с собой. Я один раз прикинь, ты типа садок забыл, полностью с рыбой забыли мы с Валерчиком. Пришел до подъезда, потом вспомнил, что у меня садок здесь висит. А что дальше? Не приходил, забирал. Охеренно просто. Слышишь, что? А у вас есть еще ловить? У тебя есть еще ловить? Чувак пришел на рыбалку. Червя? Нет. Короче, мы разложимся и продолжим. Слышишь ты? Отдыхаем мы без бухла. О, да. Давай мне на этот. Что, целого надеваешь? Да, так у меня крючки кончены, у меня крючки под бычка кончены, шестерка. Дед мои крючки посимал. Ты что, целого будешь? Ложись. У меня вот такие. У тебя нормальные, да, а вот у меня отстойные. У меня, блядь, для бычка. Пацаны, сейчас буду закидать уже. Снимай, нахуй, еще будет крутиться. Так, а ты с полного хочешь? Ну да. Фу, Валера, ты, тебя, придурок, тебя забанят за живодерство. Трэш контент. Тебя просто забанят за живодерство. Подвинь червей, пожалуйста, а то жук. А ты хотел их а есть? Ты сам копал? А ты хотел их есть? Не их, а улиток. На этом еще в дальнейшем, может шо, быть, шо, будет такой трэш-контентик. Ветерок вроде утих сегодня, нормально. Покупает. Можно будет поснимать нормально, а то микрофон задувает. Что, ты еще из хлеба будешь? На хлеб, что ли? Хочу на хлеб промочу. Я помню, с Валеричем, блин, на хлеб только ловил, что по самому мне. А я потихоньку уже жру печенье. Ты уничтожаешь меня? Ну да. Так жри бутеры. Да нет, бутеры потом. Когда так мы все равно до вечера будем, до ночи будем здесь. Не, да, может быть, сегодня допоздна будем тут сидеть. Что делать? Время охерительных историй. Ты с нами в Мегаю поедешь, кстати? Я? Угу. В карьер. Ну, я там уже был, как бы... На карьере был? Уже колудочка. Мы хотим, короче, собраться и поехать туда. Тоже под водой поснимать. Слышишь? Что? Блядь, еще второй крючок. Сколько стоит? Мы не знаем. Мы, может, с Джекой поедем, ну, на его машине. Может, с тачки поедем? На его машине. Ну, у него ж тачка у этого. Не, ну типа скидываться же надо будет как-то на бензин там, я не знаю что. Надо же будет как-то все равно распределять. Ой, это хавки. Просто много еды купим. Будем кормить водителями? Ну. И свое тело. Я сейчас все сажу, короче. Червей только не ешь. Тут Маша кончит. Да нет, червей нет. Червей мы потом свежее, поедем. Печенье свежее. Да, все, купили. Нормально печенье. Мы, кстати, там компотик кинули, чтобы оно остывало в речке. Ну, как надо отдыхать. Самое интересное. Ничего не происходит. Интересно, кто словит первый? И что словит? И вообще, словим что-то сегодня или нет? Как вы думаете? Думаю, словим. Глубину будет все нормально. Ботинок чей-то там или консерву. Как в мультиках. Немного переместились. Сколько мы уже тут находимся? Минут 40, да? Да. Нихера не словили, короче. Ничего не клюет вообще. Ничего не клюет, да, ты же. Я на камеру говорю, что мы ничего не словили. Да нормально. Компот мой забери, он там в воде Жека плавает. Да не, я его возле берега потянул. Тут, короче, места побольше. Мы что, рыбы выпили? Да, мы уже, кстати, всю еду сожрали, а рыбы нет. Ну что за бред? Женя, о, это вообще классно. Это вообще классно сидеть. Стримом. Ой, вид нормальный. Смотри, та ты шо. Чаечки летают. Там каша похавать или что, я понятно? Не. Нам, кстати, рыбак дал, что он под корм дал или что? Да. С кашей там пакет целый дали. Свалили. Мы на их место пришли. Отжали. Не, смотрите, змея бычью кашу, есть видно. Вот, вот. Натуре, смотри, какая здоровая. Сюда возвернула, не спрашивай. Сюда подошел, какой бычок. Кто же ей бычок, я не понял. Ты, животина. А тут может такая целая нота рассеять. Да, будем допоздна с ним, для прикола. Будет что поснимать. Не знаю, что там по улову, пацаны? Много словили уже? Жирный улов. Подними нахуй этот судок. Судок? Охуеть. Сейчас. Сколько мы тут сидим уже? Час сидим, о, смотрите, сколько рыбы, о! Короче, я так понял, надо идти домой. Да я шучу. Ну просто посидеть. Хочешь домой? Иди домой. Да домой, блядь, хочет за компом посидеть. Таким компом, блядь. Ага, блядь, да. Видео свои вонючие монтировать. Да, видео делать. Это да. Где тут кидало? Он что, он... Гомосек, ты где? Ты что, сышь? Стой.
придурок. Говорит, крючок зацепился. Нет, тут мост, он вообще, я тебе говорю, ты что, по нему идти так сыкат. С моим-то 80 килограммами, блин. Смотри, я по нему иду, он хрустит, блин. Что ты себе булькнул с сканера еще? Такой видончик. Прикольно. Это лучше, чем сидеть дома. Охренено. Надо так почаще выбираться. Как раз лето. Ты где, лох? Мы еще думали. Мы уже думали, ты давно перешел там. Перелез. А еще раз крючок зацепил? Так возьми его в руку и иди с ним. А как его зацепиться мог, травль? Надо это лето поактивнее как-то проводить. Я считаю, мы уже начали лето, сейчас как раз рыбалочку, типа рыбалочку пошли. Надо еще куда-то будет сходить. Ты, блядь, типа рыбалочка, рыба нахуй рыбалочка. Мы больше тут пришли, пожалуй, посидеть, только отдохнуть. Так что, пойдем где-то в часов 11, наверное, отсюда, да? Для прикола, ночью уж пойдем. Да? Пойдем. Трэш-контент поснимаем. Это будет смешно, я походу думаю. Где ты там, Алёша? Он походу аж пошел. Вот мы были вот тут, а он походу вот сюда пошел. Там где мужик был. Он там, у него там рыбы столько, блин, было. Он тупо вытаскивал. Он один, да, был? Где ты там? О, он. Гусь. Там он обошел, ты ж пролез. Там кто ловил, короче, он в этом, блядь. В сапогах резиновых. Подожди, а мужик еще дальше был. Там еще один мостик. Ну да. Да, тут мостов этих дофига, настроили рыбаки. Мы тут, так сказать, отжимаем получше. Да не, у нас места вот так нормально хватает. Ну что, не охуенно? Здесь вообще тепло, блядь, ветра нету. Охуенно. Мне в шортиках как-то... Не холодно. Не прохладненько немного. Мне сейчас слегка прохладно. Ну я одел, я же спортивку еще взял. Запах классный, свежий. Свежий, да. Оно еще под вечер тут пахнет так классно. Свежак. Вообще, да, свежачок такой. И с утра тоже прикольно. Но под вечер круче. Главное, чтобы нас комары тут не сожрали. Надо будет скоро, наверное, подсветку включать, потому что будет плохо видно. Темнеет уже. Ай-ка нахуй. Блин, темно, еще что-то там в темноте ходит, кто-то непонятно. Сейчас будем идти. Outlast 3. Что, погнали, пацаны. Да тихо, да не ори. А... О, сука. О, мне в чуть глаз, блин, ветка не выколол. Давай, сука, быстрее, нахуй, из-за меня закусь. Жека, на, держи. Что происходит? Давай телефон. Сейчас, подожди, он... Сейчас. Вот это приключение начинается сейчас. Смотри, ни хера не видно. Ну и шо, меня вырубился телефон и все. Края. Край крайний. Дай ему фонарик, чтобы он мне опять комары перешли. Ой, пауки нахуй. Это моя фобия, я ебаных пауков боюсь нахуй. Подожди. Это сухая. Что сухая? Это засушенная. Она сдохла. Видишь, блядь? Это змея, дебил. Вот она стоит. Да, конечно, видел. Смотри, это сухая внутри змея. Ты шо стрём? Вот ты, Коля. Мне интересно, как снимают с подсветкой. Нормально? Нет, будет видно. Время сильных историй. Короче, пацаны. Короче, как-то девочки, 13 лет примерно. Это у нас было или нет? Нет. Купили, короче, собаку, понял? И что? Я понял, родители, короче, собирались, уехали то ли на дачу, то ли куда. И она, короче, осталась дома одна с собакой. Ну и понял, она очень любила собаку, короче, и она когда переживала, собака, короче, чувствовала и постоянно ей облизывала пальцы, понял? Какие пальцы, на ногах, типа? Или на руках? Нет, она типа, ну, типа гладила, малая, а собака... Малая переживает, типа, собака чувствует это. Да, и собака типа ее успокаивает, понял, и, короче, облизывает пальцы. Ну. Вот, ну, облизывает, типа, лащится вот так вот, вот. Ну, и, короче, понял, типа, ну, малая заснула, типа, родители уехали. Но и где-то час ночи она просыпается, и, слышишь, что капает, понял, в этом, в ванной. Ну, она зашла, бать, краны все перекрутила, на... Опять раз пошла типа спать.
Кобзимата, говорит, пытаюсь. Ну, говорит, правда. Пошла дальше, ну, пошла спать дальше. Потом через полчаса, через час опять просыпается. Короче, и опять что-то капает, понял? Знаешь, пошла проверять, ну, типа, ничего, краны не текут, ничего. Пошла, короче, пытается уснуть, не может, понял? Ну, типа, страшно. Mm-hmm. Она руку спустила, собака пооблизывала. Ну, типа, обращаю себя. Не, ну, типа, понял, она спустила. Собака начала облизывать руку, короче. Она стопорилась. И она успокоилась. Подержи. Она успокоилась. Заснула. Сейчас подожди этот пас. Просыпается, просыпается. Просыпается опять, короче, через полчаса заходит. Заходит, короче, в ванну. Понял. И, ну, она типа искала, что капает, потом поднимает, короче, голову, а там над ванной труп собаки, короче, развешен. Ну, именно, и типа, ну, порезан, типа, и истекает кровь с нее, понял? Ее собаки? А? Ее собаки? Да, ее собаки. А кто же облизывал? Кто же облизывал пальцы? Ну, и на стене написано, типа, вкусные пальцы, кровью. Ты что? Нихуя себе. Нормально, нормально. Чудак, какой-то пальцы облизывал. Жестко, ты что, жестко. Ну, обычно такие истории, ну, типа истории, я вообще в это не особо верю. Это придумывают. Ну, это типа призраки, по-моему, какой-то там демон, ебаный, чё. Так, ебать, в зале, ну! Тихо! Андрей, нахуй ты это сказал? Сука, ничего! А ты за годы пил, отвечаю. Дай удочку нахуй мою. Это сука, с двумя удочками лежит. Смотри, фонарь нахуй идет. А что крикнули вообще? Не знаю. Блин, пальцы вкусные крикнули. Погнали на качельки. Ну погнали. Тут уже во дворчик пришли. Прошли этот ад. За столик это куда ебать? Ну было стрёмно идти немного, да? Да, особенно когда Женя идёт такой. Да не нормально, чё. А ещё был момент, когда понял, тряпочка такая, чик-чик-чик. Я так именно переступаю и вижу вот так вот. Ветер подходит. Это змея сухая, она там уже столько валяется. Это змея сухая. Да, она мы давно видим. Так, я врубаюсь.